вообще офигенные. Мы это снимаем девушки. Все? Привет. Том, встретимся на вокзале. Всем привет. Всем привет, ребята. Вы попали на мой YouTube-канал. Меня зовут Катя. И сегодня я снимаю свой новый влог. Это видео о сборах в лагерь. Видео должно получиться очень интересным. Этот день забит полностью какими-то делами. И все я буду снимать. Сегодня 15 июля, а завтра 16 июля утром я уже уезжаю в лагерь на поезде. Я встала достаточно рано, вот сейчас на часах 7:37. Почему я встала так? Потому что мне к 8 надо на депиляцию. Потом я домой приду, буду собирать чемодан и все такое. В общем, ребята, я уже вышла, иду. Сегодня мне надо будет сходить на ногти. Потом сходить купить еду в поезд с Алисой и еще другими девочками. Попрощаться с компанией ЖФ. Они, кстати, очень давно хотели попасть в мой влог, но так никогда не попали. Итак, ребята, я уже пришла домой. Сейчас будет мини-распаковка с Валберес. У меня есть 4 товара. Первая — это идет вот такая косметичка. Она вот такая. Ну, она прозрачная. В подарок мне положили две резиночки, черненькую и белую. Сегодня эту косметичку мы с вами соберем, но только немного попозже, скорее всего, под вечер. Дальше же тут такая вот сумочка. Это мыло для бровей и карандаш. Все проверила. Мыло у меня такое же было, оно вообще мне не понравилось, оно ужасное. Тут есть вот такая вот щеточка. И вот такой вот карандашик для бровей. Мне кажется, он ржит, поэтому я им не буду пользоваться. Вот. Дальше идет моя любимая тушь. Мы это уже открываем. Ну, какая. Хочу вам посоветовать матовую помаду. Ее можно заказать на Валбересе или же на Озоне. Помада имеет матовую, но очень комфортную текстуру и особенно не сушит губы, а оттенок помады подойдет всем за счет идеального соотношения теплых и холодных пигментов. Бюджетная цена обусловлена тем, что помада разлита и упакована в России. Итак, я уже потихонечку собираю чемодан. Я положила несколько чехлов. Он такой черный обычный, прозрачный и фиолетовый. Сейчас я заново складываю вещи, потому что я не доложила, когда на видео снимала, поэтому складываю сейчас. Итак, я уже что-то тут собирала. У меня тут остались вещи. Велосипед, кепка в поезде, футболка в поезде. Это топ я сегодня надену. Это самые приветики. Алиса пришла ко мне в гости немножко, а я собираюсь на ногти. В общем, я пошла на ногти. А вот такие вот они у меня сейчас. Покажу потом результат, потому что не уверена, что на ногтях буду снимать. Ребята, я сделала ногти, они вообще офигенные. Вот такие вот. Ребята из моего телеграм-канала их первыми увидели. Так, ребята, я пришла домой. Ко мне пришла Алиса. Алиса мяу. Мы сейчас пойдем за едой в поезд. А? Мы это снимаем девушки. Мы еще такая губ носим. Ну, вносим. Потом идем в Фикс Прайс, мой любимый. Скажи всем привет. Всем привет. Что? Подождите, что делаете? Мы идем в Фикс Прайс. Заходим в Фикс Прайс. Я не знаю. Выбираем, выбираем. О, да. Фикс Прайс. Такие нормальные лавочки. Мы это смотрим, что берем. Ой, я уже не могу. Почему так жарко? Чипсы. 5D. И лимонад. Итак, идем в Гиппер семейный. Все устали, еще жарко на улице, пипец. Как мы там будем? 30 градусов? Да. Фикс прайсики закупились. Вот. Да.
Итак, вот корзиночка. И будем покупать еду. Берем сок, 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 сок. Вот наш сок. Берем. Берем личное лето. Еще, еще. Выбираем мармелад. Они дорогие, кстати. 150 минут. Смотри. Ой. Что берем? Мы купили питья. Идем за фрутонянями. А где они? А, ладно. Вот огушка же памперс. Памперс. Я сказала памперс. Купили огуши. Да, ты не снимай. Нет, уже не пустой, блядь, вообще. Пришли к чипсикам. Ребята, берем такого дрова. Можно еще один взять. Все. Всем привет. Меня еще пусть лакают. Всем привет. Мы покупаем эту курс. Все? Да, все. Всем привет. Мы стоим. Они покупают. Ну, фишка такая. Короче, мы закупились. Да. Покупились? Да, купили. Катя тут, конечно, закупилась. Чупики не купили? Да, просто ужас. Вот, идем. Hello. Всем привет. Мы сидим. Да, мы вот наши пакетики. Скоро мы пойдем с ЖФ гулять. Да. Всем привет. Мы пошли гулять с ЖФ. Купили мармеладки кислые. Вот так вот. Всем привет! Это Мила! Мы этого дождались, мы так хотели бы влог, честно. Я в влоге, Катя, аккуратной, ура! Мы все подписаны, кстати. Я видео не посмотрела твое, простите, пожалуйста. Хорошо? Ладно. Все, хорошо? Мама, подождите. Так. Ой, Настя. Ой. Привет! Встретимся на вокзале. Мы тоже. Реально. Слушайте все мой трек. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Слушайте мой трек. Технический трэп, рэп, андеграунд. Все. Всем пока. Всех люблю. Подписчики. Катюши лайф. Вы лучшие. В общем, я пришла домой вся уставшая. Мне надо еще собирать рюкзак, косметику, чемодан дособрать. Я его так и не дособрала. Сейчас я вам, кстати, покажу еду, которую я купила в поезд. Итак, вот такой вот сок, чай, липтон с персиком, сок, потом агуши, тук, сникерс, фишка, сухарики, твикс, ментос, кисломармеладочки, две пюрешки роллтон, роллтон обычная лапша и доширак, две пачки чипс лава-глава, шоколадочка, скитлс, такие кислые мармеладочки, круассаны. И, в принципе, все. Мне надо сейчас собрать бодишоппер, я сюда положу пасту, щетку, салфетки для личной гигиены, обычные салфетки, такая вот пачка огромная, она очень тяжелая, и прокладочки, и сухой шампунь. Еще надо будет положить сланцы, носочки в шоппер, еще думаю, что надо. Я собрала рюкзак с едой. Он офигеть тяжелый. Мне тут сюда не поместились пюрешки, я их сюда положила. А так, в принципе, все. Итак, ребята, собираем мою косметичку, я вам обещала. Кладем сначала резиночки, не знаю, чем так много, но пусть будут. Я немножечко пересела. Ладно, собираем. Вот такую базу кладем. Кремушек. Помаду обязательно заказываем по ссылочке в описании ее. Такие вот блесточки популярненькие. Мы любим палеточку от Stellery. А, патчи. Это для губ вообще маска. Ну, короче, возьмем. Тушь. Белая тушь. Консилер. Пудра. Карандаш для бровей. Тут палетка. Я вот этими цветами крашу брови иногда. У меня 3 геля для бровей. Я вот эти 2 новеньких, но я им уже пользовалась и пользуюсь. А, карандашики всякие разные. Белый карандаш, 3 карандаша для губ. Потом точилочку надо положить. Вот такой вот тинт. Масло для губ. Бальзам для губ.
обычный крем для рук, керлер, кисточки, ну и точилочка, и все. Так, ребята, я уже буду, наверное, заканчивать этот влог. Мне надо его как-нибудь быстренько смонтировать, выложить, потому что уже завтра утром мы уезжаем. Кому понравился этот влог, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой телеграм-канал и также на мой YouTube-канал, кто еще не подписан. Обязательно ждите влоги с лагеря, они будут. Но я с вами буду прощаться, и всем пока-пока!